прошлую субботу в московском квартале около детской художественной студии «Аква» провели дитячу барахолку. Здесь можно было купить и куклу, и детские машинки, и самое главное, практически все в хорошем состоянии. И, естественно, недорого. Кроме того, можно было отведать десерт, попробовать всего за 5 гривен клубничного свежего лимонада и поесть клубники. А в уголке художников можно было воспользоваться фейс-артом и нанести на лицо аква-грим. А еще была яркая летняя фотозона. Акция благотворительная для приюта домашних животных. Организаторы заработали в общей сложности более 500 гривен. Детей было мало, жаловались они. Все-таки суббота, 12:00, было жарковато. И у организаторов появилось желание этим летом провести и взрослую барахолку. Есть идеи, организаторы готовы их принять.